World Food Moscow на ваших экранах, и рядом со мной новые интересные спикеры, и хочется отдельно выделить этот прекрасный стенд. Есть стенды, где очень интересные продукты, а есть стенды, куда хочется постоянно возвращаться, потому что там тепло, там улыбаются красивые девушки, и у них замечательная продукция, которую мы уже с своей съемочной группой испробовали. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, для наших зрителей, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Анастасия Кочура, я представляю компанию Mesh, и мы рады представить на российском рынке новый очень интересный продукт в инновационной упаковке, это чай в стиках, но более подробно я попрошу представителя производителя рассказать о нашей продукции. Поэтому, Екатерина, пожалуйста. Благодарю. Mesh – это номер один в мире по качеству чая в инновационной упаковке в виде стика. 1150 отверстий разрешают нам получить качественный продукт в нашей кружке. 14 видов чая и 2 вида кофе мы привезли в Россию. Сейчас Mesh в 52 точках мира активно продается и пьется потребителями. Очень рады тому, что российский рынок, российский потребитель будет впитывать в себя экологично чистый продукт, потому что мы входим в корпорацию Мартин Бауэра. Каждый чай утвержден Мартин Бауэром лично как качество и экология. В таких вот упаковках, которые запаяны в условиях карантина, в условиях коронавируса, очень удобно и практично. Поэтому мы рады представить такой экологичный продукт на российский рынок. Мы еще раз глубоко выражаем огромное спасибо вам всей съемочной группе. Во-первых, ванильный потрясающий, ягодный великолепный. А я понимаю, что вы даже половины еще не испробовали. 14 – это потрясающе. Еще немножко хочется узнать про производство, про замечательные ингредиенты, про экологически чистый продукт. Производство происходит в Турции. Мы находимся в городе Измит, рядом со Стамбулом. Собираем все травы, ягоды в Турции. Сам чай мы завозим со Шри-Ланки. То есть качество на первом месте. Упаковывает у нас технология машинное производство, большие мощности. Активно производство продается в Америку, страны Европы, Германия, Франция, Украина. В прошлом году мы зашли. И, соответственно, очень хотим, чтобы Россия тоже этот экологически чистый и инновационный, и, конечно же, максимально эффективный продукт для здоровья, для нас, потому что многие содержат витамины С, успокаивающий эффект, бодрящий эффект имеет чай, да, поэтому хотим, чтобы этот эффект ощутили каждый. Кроме того, хотелось бы добавить, да, у нас присутствует большой ассортимент целебных трав, да, таких как шалфей, то есть это в чистом виде травы, которые сохранили в данной упаковке максимально все свои полезные свойства и качества. У нас есть такой чай, как гранатовый, и это не просто гранат. Там входит гранатовая косточка, апельсиновая кожура, бузина, ожина, шиповник, витамин С, то есть в натуральном виде, и это все в одной упаковочке, вот такой вот. И вот такой вот стик. Я лишь хочу сказать, что, друзья, во-первых, в 15-м павильоне ищите срочно стенд этих прекрасных чаев, угощайтесь, но, пожалуйста, не делайте это в течение часа, потому что, я надеюсь, после этого интервью мы всей съемочной группой пойдем дружно опять насладимся этим вкусом. Спасибо вам большое, пожелаем вам удачи на нашей выставке и надеюсь, что огромное количество партнеров найдут вас и, главное, оценят по достоинству вкус этого чая, как уже оценили мы. Спасибо огромное. И вам спасибо. Спасибо. Приходите.